Сроки срываются. Жители дома номер 90 по улице Разина похожи, что в свои квартиры вернутся не скоро. И как долго бичанам скитаться по съемному жилью, никто сказать не может. Несмотря на официальные заявления чиновников о якобы проводимых работах, по факту люди мало что видят. Во-первых, в администрации они... Ничего не обещают. У них такой тон, вы знаете, разговаривают таким тоном, что «А вы что, вот не видели, где вы комнату берете? Кто, вы видели, какой дом? Зачем вы там берете?» То есть, как насмешка вот такая. В администрации сколько раз я была, столько раз я никого из начальства застать не смогла. Только с секретарем я общалась, передавала ей сообщение. Не знаю, результата пока нет. Дом номер 90 по улице Разина хоть и вырос до привычных 4 этажей, но жильцов перспектива вернуться в свои квартиры, похоже, не сильно-то и радует. Люди понимают, что по возвращении будут бороться с грибком и плесенью. После снятия верхних этажей квартиры на третьем и частично на втором этажах оказались открытыми под дождем. В итоге помещение затопило, а подрядчики себя ответственность за состояние вещей снимают. Говорят, что никто не запрещал жителям вовремя вывести мебель и технику. Добавим, что сроки сдачи объекта изначально назывались гораздо более ранние – середина лета. Однако из-за приостановки работ на доме жители в свои квартиры вернутся еще не скоро. По информации представителей управляющей компании, причиной остановки стало отсутствие финансирования работ со стороны города. На днях чиновники вновь посетили дом, заверив жильцов, что в скором времени начнется завершающий этап – капитальный ремонт крыши. Подрядчик уже определен. Закончить все свои работы они должны будут до 31 декабря.